Вечер, воскресенье, 18 июля. Прокатимся, посмотрим, сколько народа. Многие уже поняли, что это район поющих фонтанов. Если честно, я впечатлен. Но сегодня выходной день, воскресенье. Выехал я прокатиться, и чего-то так много народа. Я уже прокатился до аэропорта, и там более-менее свободно. А здесь вот прямо все забито, невозможно даже проехать. В ту сторону более свободно. Здесь аттракционы, здесь много детей, поэтому аншлаг. Так что я не знаю, конечно, что там в цифрах, но мне кажется, в принципе, сезон, может быть, и поздно начался, но он все-таки начался. Потому что народу прибыло прилично. В прошлом году примерно так же было, как мне кажется. Если будет еще больше, то тут вообще будет не пройти. Поэтому больше мне лично не надо. И потом, знаешь, такой... Я поеду еще дальше, но вот уже более-менее стало поменьше народу. Можно немножко даже разогнаться. А там в районе, где все аттракционы эти стоят, конечно, битком. Ладно, едем дальше. Проехал чуть дальше, тут, где дельфинарий. Честно думал, народу будет поменьше. Но, по-моему, сегодня вся набережная будет усыпана людьми. Где-то меньше, где-то больше. Но сразу видно, что народу реально стало больше. Вот, дельфинарий. Вот смотрите, какое новое большое строение здесь выросло. Кругом музыканты, всякие выступающие. Просто праздные люди, как всегда, очередь за мороженым. На этом канале мы снимали различные ролики, и старался я всегда делать так, чтобы это смотрелось более-менее нормально. Старался какой-то монтаж делать, пытался делать истории более-менее такими веселыми, чтобы они... нравились и зрителю, и нравились мне потом посмотреть. И старался такой передать небольшой позитив, а иногда даже большой позитив, чтобы зритель был после просмотра этих маленьких роликов в хорошем таком позитивном настроении. Но в последнее время, как вы уже многие могли заметить, мы мало где бываем, никуда не ездим, можно сказать, вот так прижились. Я тут пытаюсь всех объезжать. В общем, мы тут прижились, особо никуда не выезжаем. Этому еще способствовало происходящее в мире вакханалия с этой ковидлой. Ролики стали выходить намного реже. Маленькие всякие ролики я выпускаю на своем другом канале. Поэтому сейчас я решил немножко оживить мой умирающий канал. Почему-то корпорация добра, то есть Google, задвинул мой канал вообще на задворке истории. Что-то им во мне не понравилось, либо не понравилось мое название канала. Наверное, добрые люди им не нравятся, которые пытаются нести добро и позитив.
Последнее время я заметил, что ролики на этом канале не смотрят. Либо я всем надоел, либо надоело то, что я одно и то же показываю. Возможно, да. Но мне кажется, что из-за того, что я стал реже снимать, Google своими алгоритмами задавил это дело все вообще. Здесь концерт небольшой, поэтому еле проехал. Ну вот, решил я попробовать такими вот простыми роликами с минимальным монтажом. Периодически буду сюда тоже пулять. У меня есть еще один канал, многие об этом знают. Алекс Вас Сан. Там тоже можно меня видеть. Но попробую я все-таки оживить этот канал, потому что что-то мне жалко его и печально смотреть. Может быть, популяю сюда маленькие ролички, и канал, может быть, оживет. Надеюсь, вы не сильно огорчитесь и иногда даже посмотрите и поддержите меня в этом плане. Примерно будут вот такие простые ролики, конечно, без всяких вот этих объяснений, как сейчас. Надо попробовать оживить канал, а то получается года полтора я его развивал, и сейчас он просто гибнет. Нехорошо это. Детище должно жить. Тем более канал добрый, позитивный, и ничего плохого здесь и впредь не будет. А там уже посмотрим, кто кого, мы или корпорация добра. В Батуми. Почему бы и нет, водичка теплая. Люди даже заплывают туда, куда-то далеко. За буйки. Именно так нужно спасаться от лютой жары. Приходить вечером и купаться в спокойном, прохладном море. Кстати, скульптуры Али и Нино сегодня работают. Они только что встретились и снова вот разбежались. И опять пойдут по кругу друг другу навстречу. Все, я вернулся, весь вспотел. Ездить все равно жарко. Несмотря на то, что вечером более-менее попрохладнее, солнца пекущего нету. И вот сейчас, если посмотреть, все как раз выбегают играть в футбол и прочие всякие спортивные вещи. На скейтах вот катаются дети. Потому что днем это делать невозможно. Адское пекло. Несмотря на все это, все равно жарко, если ты двигаешься больше, с большей скоростью, чем просто пешком. Я лично весь уже употел. И вот думаю, не пойти ли мне искупаться. Но у меня нет плавок. Хотя, если двигаться в ту сторону, там света совершенно никакого нету, полный интим, так что можно попробовать и нагишом. По-моему, надо отмести сомнения и всякие стеснения. Главное пойти и охладиться, а то иначе превращусь в зажаренного поросеночка. Хотя, может быть, это так себе идейка. Народу еще много. И я вижу, многие купаются. Я думал, никого нету. Ага, сейчас. Все-таки надо попробовать охладиться, найти место, где поменьше народу, потому что пот с меня идет в три ручья. Слышите, как орут люди?
Это всего лишь аттракцион. Я не ожидал такого количества народа. Для меня это прямо какое-то откровение. Столько людей купающихся или просто сидящих, отдыхающих на берегу. Прям ночь Ивана Купалы какая-то. Тут прямо детей куча, если честно. Ай-яй-яй, как же быть-то? Вы только посмотрите, какая классная водичка. Все так слегка парит. Водичка очень хорошая. Она освежающая. А посмотрите, какой вид отсюда. Просто бомбический. Лежишь на волнах, качаешься. И это после того, как ты проехал 14 километров на роликах. Весь вспотел, как... Я даже не знаю, как негр после трудового дня. Как кайфово, ребята. Я всем советую, если есть такая возможность. Приходите вечером, посещайте свои водоемы ближайшие. Тем более сейчас жара, она практически везде. Ой, как классно. Ночная гладь, смотрите, море. Оно даже не волнится. Легкая рябь. Это просто песня. Стоило так прокатиться хорошо. И главное, я не один. Ничего такого страшного я не делаю. Все купаются, и я купаюсь. Вот еще пришли две мадамы. Решились. Я говорю, сейчас здесь водички самое спасение. Потому что даже вечером жара. Я не могу сказать точно в цифрах, но градусов, наверное, 28. Если днем было выше 30, ну то сейчас где-то полегче, конечно, но это 28. Сильно спаслись, нет? А Оля с Тимкой не пошли гулять. Поэтому я тут отдуваюсь один. И знаете, мне на хорошо вполне. Главное, телефон не утопить. Там еще луна светит. Половина луны, но тоже нормально. Водичка прозрачная, лучше, чем днем. Так как у меня не было трусов, пришлось использовать свои шорты. Потом постираем. Зато я сейчас чувствую себя человеком. Ребята, это настоящий кайф. Я так освежился. Это все равно, что в русскую баньку сходить. Только здесь немножко иначе. Ночью и в море. Прохладное, хорошее такое море. Потому что я уже разогрелся. И мне теперь как раз нужно наоборот охладиться. Сейчас приду домой и обязательно посоветую Оле сходить сюда. Сделать то же самое, только более комфортно с полотенчиком. Идут, не смотрят с этих телефонов, не вылезают. Ребята, мы вымирающий вид. Нас скоро переведут в цифровое. Мы сами залезем туда через эти гаджеты сраные.